В Большом зале столичной консерватории был сегодня благотворительный концерт «Встань и иди» в помощь детям, больным церебральным параличом. Акция проходит не в первый раз, и всегда в ней принимают участие известные российские музыканты. Сегодня за дирижерский пульт стал генерал-лейтенант Валерий Халилов, главный военный дирижер. Все мы, папы, мамы, дедушки, бабушки там, и так далее, у всех дети есть. И все должны, так сказать, на радость детям жить и работать, потому что это наше следующее, так сказать, я. Как и в прошлом году, средства от продажи билетов направят детям на оплату курсов реабилитации. Эту помощь ожидает около полусотни семей. Тема концерта повлияла на выбор программы. Звучали лирические произведения Бетховена, Бруха, Безе, Сен-Санса. Со следующего года подобные вечера станут регулярными, а именно ежегодными. Организаторы и музыканты уверены в том, что это поможет привлечь внимание к проблемам детей с ограниченными возможностями.